Что-то в нашем обществе сбилось, правда? Сбилась как-то наша программа. Если мы скот считаем по головам, а правительство по членам. А это недавно мы подъезжаем к городу Брянску, надо разменять 5000. Мой сотрудник, помощник выходит, говорит гаишнику, разменяй 5000, я не знаю. Только извини, я встал только 10 минут назад, говорит. Друзья, всем привет! По многочисленным просьбам моих зрителей мы сегодня с вами приехали на Яундублское кладбище, и сегодня попробуем найти место, где похоронен Михаил Задорнов. В общем, 10 ноября была дата смерти, как раз сейчас у нас ноябрь, сегодня 20 ноября. Подъедем, посмотрим и вам покажем, где это находится. Так, вот мы заходим на кладбище. И сейчас где-то недалеко, я так понимаю, должно быть это место. Так, друзья, вот мы пришли. Искали, наверное, минут 5, может, даже больше. Значит, я так понимаю, что здесь похоронены также бабушка и дедушка и отец Михаила Задорнова. Значит, Михаил Задорнов, советский и российский писатель-сатирик, драматург, юморист, актер, режиссер, сценарист и так далее. В общем, все знают Задорнова и по его юмору и так далее. По многочисленным просьбам, вот я показала, где он захоронен. Как раз совсем недавно была годовщина. Видите, 10 ноября 2017 года умер. Смотрите, памятник, я так понимаю, в виде книги, да? Я бы сказала, что здесь довольно простенько. Знаете, есть люди, которые устанавливают себе памятники, какие только не устанавливают, а здесь простенько, да? Цветы, так как я понимаю, что недавно приходили вспомнить. Так, сейчас я покажу вам, как сюда дойти, как можно быстро найти для тех, кто хочет прийти также посетить это место. Так, ребят, вот главный вход. Значит, мы идем до вот этих вот деревьев. И тут, вот видите, отсюда уже виднеются кусты. Вот они. Сейчас я вам наглядно покажу. Для тех, кому действительно интересно, чтобы вы долго не искали, я сейчас вам все быстренько покажу. Так, значит, вот это вход со стороны железнодорожной станции Яундублты. Сейчас мы вот заходим в ворота, я вам все быстренько покажу, как туда добраться. Мы идем все время прямо. Уже, видите, по дороге мы видим туи большие, высокие. Значит, сразу за туями мы заворачиваем. Вот видите, туи. Тут тропинка, идем. Идем до вот этих вот деревьев. И вот она, могила Михаила Задорнова, его отца, бабушки с дедушкой.
Да, и как видите, могила ухожена, и здесь все время кто-то, смотрю, ухаживает, люди приходят и приходят. Посмотрите, отошла только что от Задорнова, и посмотрите, тут тоже памятник выполнен в виде книги. Так, смотрите, мы только что заходили через этот вход, а тут немного правее есть еще один вход. И если здесь идти, то тоже идем прямо. Сейчас вам все покажу. Там дальше должен быть указатель. Так вот, обратите внимание, перед нами сейчас вот дерево. На дереве красная линия и наверху табличка. Вот. Указатель, что там дальше. Михаил Задорнов. И вот мы проходим к нему с этой стороны. Надеюсь, я вам помогла, потому что кладбище не маленькое, и с помощью этого видео вам получится его найти побыстрее. Видите, на выходе и на, ну, точнее, по всей территории на выходе стоит вот такая табличка, что мусор не бросать, что денежный штраф 70 евро. Значит, вот видите, впереди железная дорога, а вот поворот налево здесь сразу, поворот налево, здесь это откуда мы сейчас возвращались. Мы проехали вдоль кладбища, и там будет потом тот вход, откуда мы заходили.